Мой дом, моя крепость. Крепость в прямом смысле этого слова. В поселке Суровка под Челнами появился оригинальный дом. Вместо привычной крыши купол, вместо обычных окон панорамные. Особенную постройку уже обсуждают соседи хозяев нового жилища и подписчики различных групп в соцсетях. Оценила необычную постройку и съемочная группа «Челны-24». Необычный дом – дело рук семьи Мухамедзяновых. Еще 4 года назад здесь был пустой участок земли. Супруги решили перебраться за город. Был на руках и план типичного дома. Но этому проекту не суждено было сбыться. Свой вариант с крышей-куполом предложил сын Рафаэля и Факии Мухамедзяновых. Посмотрели в интернете, идея понравилась. Где-то месяц мы изучали, как вообще купленные дома производят, все технологии. И начали мы с бани, потому что она поменьше. Вот на бане научились и построили дом. Баня – первый круглый объект на участке. Она также имеет крышу в виде купола, только вместо арочных окон решили сделать треугольные. Дом Мухамедзянов начали строить в 2013 году. С каждым этапом возведения азарт только возрастал. Но и без трудностей не обошлось. Самое трудное было первые эти полуарки поднимать. Наверху собирали, а потом и стекла. Рамы большие, тяжелые. Помогали, конечно. Создать проект, рассчитать и закупить материалы – все это Мухамедзяновы делали сами. Хозяева признаются, им хотелось, чтобы дом был светлым и выполнен из экологически чистых материалов. Удалось не только это. Необычное строение мало кого оставляет равнодушным. Соседи приходили вообще из поселка, из по дороге тоже видят. И они смотрят, приходят, расспрашивают, что это такое. Некоторые говорили, вы что, мечеть, что ли, строите? Кто-то говорит, вы обсерваторию, что ли, строите? Процесс строительства дома и правда напоминал возведение обсерватории. Натягивали каркас необычной крыши зимой и тоже самостоятельно. Свой купольный выбор хозяева объяснили тем, что благодаря такой форме в помещении экономится до 40% тепла и энергии. Спустя 4 года дом готов к своей первой зимовке. Но это не последний проект Мухамедзяновых. Впереди строительство беседки в форме пирамиды. Полина Сача, Любовь Захарова и Ильнар Мустафин. Челны-24.